Скоро Рождество Христово, поэтому сегодня делюсь рецептом кутьи. Как приготовить кутью из пшеницы, я показывала раньше, ссылка на рецепт будет в описании к видео, а сегодня приготовлю кутью из риса. В первую очередь заливаем горячей водой сухофрукты, у меня это изюм и клюква. Оставляем так на 30 минут, после этого воду сливаем, а их обсушиваем бумажным полотенцем. Кипятком заливаем мак, также на 30 минут. Дальше в холодной водой промываем рис где-то 7-8 раз, пока вода будет полностью прозрачной. Перекладываем его в кастрюлю. Заливаем холодной водой. Включаем огонь и доводим до кипения. Когда вода закипит, добавляем щепотку соли. Убавляем огонь на слабый, накрываем крышкой и вот так варим 15-20 минут, не перемешивая. Пока варится рис, ломаем или нарезаем грецкие орехи на крупные кусочки. У меня уже прошло 20 минут, рис почти готов, снимаем его с огня и оставляем вот так под крышкой дойти до готовности. С мака я уже слила воду и теперь перетираем его до появления белого молочка. Теперь смешиваем в миске все ингредиенты, рис, мак, изюм, клюкву, грецкие орехи и поливаем это все медом. Тщательно перемешиваем. Вот и все. Рождественская кутья из риса готова. Ароматная, сочная и очень вкусная. Рекомендую приготовить. У меня на сегодня все. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Готовьте вкусно!